Здравствуйте, меня зовут Рави Гауда. Я не профессиональный фотографер. Я учил у Фотосити, школа фотографии находится, который в Черкасах. Это замечательно. Я 2 года учил. Она помогла мне смотреть мир в глазах фотографа, разные света. Раньше, да, действительно, я много стран езжу и люблю ездить. Я никогда не замечал те красивые цветы, которые есть в природе. Эта фотосити мне помогла за то, что замечать каждый момент, который есть в природе. Благодаря Александру Маламужу я учил фотографию. Сегодняшний день, когда я покажу моим друзьям мои фотографии, все говорят слово «Вау!». Это благодаря фотосити, фотошкола, которую мы учили. И Александр Маламуж не только учитель, с ними мы много мест так ездили, путешествовали, особенно в Карпатах, который мне очень понравилось путешествие и фотографировать. Я рекомендую всем быть в фотошколе, не только быть профессиональным фотографом, смотреть мир по-другому, который фотосити учит нам видеть мир своими глазами, и которые тонкости в мире есть, могли бы увидеть прекрасным миром. Спасибо.